Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 185 на странице 97. Прочитайте, найдите в предложениях лишние слова и объясните, почему они лишние. По облачному небу плывут облака. В этом предложении употреблено два однокоренных слова «облачному» – «облака». Если по небу плывут облака, понятно, что оно – это небо облачное. Или если это небо облачное, это потому, что по нему плывут облака. Поэтому облачному будет лишнее. По небу плывут облака. Ребята строят из снега снежную крепость. Если ребята строят из снега, то понятно, что крепость будет снежная. Поэтому слово «снежную» мы уберем, останется. Ребята строят из снега крепость. Осенью деревья сбрасывают осенние листочки. Если деревья сбрасывают листочки осенью, значит они осенние. Осенью деревья сбрасывают листочки. Запишите предложение без лишних слов. По небу плывут облака. Второе предложение. Ребята строят из снега крепость. Ребята строят снежную крепость. И последнее предложение. Осенью деревья сбрасывают листочки. Подчеркните в каждом предложении грамматическую основу. Грамматическая основа – это главные члены предложения. По небу плывут облака. В предложении говорится про облака. Это подлежащее. Говорится то, что они плывут. Это сказуемое. Ребята строили снежную крепость. В предложении говорится про ребят. Это подлежащее. Говорится, что они строили. Это сказуемое. Осенью деревья сбрасывают листочки. В предложении говорится про листочки. Это подлежащее. И то, что они сбрасывают. Это сказуемое. Над словом «листочки» у нас стоит цифра 2. Разберем его по составу. Окончание «и». Грамматическая основа «листочек». Корень «лист». Суффикс «очек». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.